Сейчас мы с вами посмотрим обрезку более взрослых кустов. Вот я стою около гортензии, которой уже около 10 лет. Вот этот куст, его не слишком запустили. И если мы видим, довольно молодая веерообразная крона. А если мы заглянем внутрь, то мы увидим, как бы насколько уже большие были стволы. Но его не упустили и резали вовремя, и поэтому мы имеем вот такой молодой прирост. Обрезка шла регулярно, поэтому очень старого запущенного куста у нас нет. Но, тем не менее, мы попробуем рассмотреть обрезку на вот таком экземпляре, которому тоже около 10 лет. Но здесь тоже немного вовремя спохватились и вывели куст на хорошее большое цветение. Вы видите остатки шапок. Вот каким образом мы сейчас рассмотрим некоторые моменты. Здесь видно, насколько толстые и старые побеги. И с такими побегами нужно работать всегда очень-очень осторожно, потому что у вас стоит задача, если вы хотите опустить куст пониже, ваша задача стоит пробудить вот эти нижние слепые почки, которые далеко не всегда просыпаются, и можно иногда растение просто загубить. Вот видите, его когда обрезали коротко, всего одна почка проснулась, а может и не проснуться, поэтому с этим вопросом нужно аккуратно. И старые кусты я буду всегда вам рекомендовать обрезать предпочтительнее осенью. Итак, мы сейчас попробуем с вами сделать обрезку вот такого уже очень взрослого куста для того, чтобы добиться вот такого пышного цветения. Такое у нас получилось здесь дерево. Сейчас мы сначала посмотрим на этот куст, на это растение. И наша задача с вами сделать формировку таким образом, чтобы все побеги освещались. Поэтому сначала смотрим внутрь этого куста и убираем все мелкие слабые побеги, которые растут внутрь или уже усохшие. Вот такие мелкие побеги мы должны убрать.
Мы видим куст, у которого очень старые стволы. Я с собой не взяла пилу. Но вот смотрите, сейчас мы выводим совершенно новые свежие побеги замещения. Видите, какие красивые получаются формы на них. А после того, как мы выгоним эти кусты, мы уберем, выпилим вот эти старые побеги. Потому что задача стоит вывести следующее поколение, вот, вывести, вот, видите, какой красивый новый прирост. А эти стволы старые потихонечку мы с вами уберем. Но сейчас пока мы попробуем придать форму именно этому растению. Вот это будет побег замещения. И на следующий год он возьмет силу, но мы потом дальше будем опускать этот побег ниже. А вот этот он растет под прямым углом, и этот побег нам только даст развал куста. Ничего хорошего из этого не получится. И потихонечку убираем старые, ну, насколько мне позволит этот секатор. Идем на омоложение. Да, делаем пластическую операцию. Будем всегда молодыми. Ну, вот примерно так. И вот из этих побегов мы будем... То есть за один сезон это сложно вырезать, но потихонечку будем формировать совсем другую историю.
Ну что, за один сезон мы этот куст не сможем омолодить. Но, тем не менее, вот что у нас получилось. Я знаю, что у некоторых будет от такой обрезки шок. Я бы даже, наверное, еще кое-что поправила. Но вот из такого старичка на следующую осень мы уже совсем сделаем юношу. Вот примерно так мы обрезали старый куст.